Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И тогда я спою до слезы, до рассвета. Будет время дрожать на звенящей струне. А я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. А я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя. Но другим никогда, видит Бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня. Но другой никогда, никогда я не буду. Если что-то не так, вы простите. Вы простите. Вы простите нас. По деревне ходят девки, красивые и модные. По деревне ходят парни, пока еще свободные. Вечерком идут к реке, собираясь парочки, где всю ночь над косогором слышен звук тальяночки. Раскраснелись девки в танцы, расплясались, не уймешь. Рядом кружат паренечки, зажигает молодежь. Поливает гармонист мелодии известные, ноги сами рвутся в пляс, не сидят на месте. Оп, соло Саша! И всю ночь шумит веселье на поляне у реки, и кружатся пары в танце, невозможно отойти. А легко, весело и чисто льется звук тальяночки. Ой, ты пой, моя гармонь, золотые планочки. Ой, ты пой, моя гармонь, золотые планочки. Александр Кичигин, Наталья Шушкова. Доброе утро, ребят. Доброе утро. А вместе дуэт? Ничего такие. Ничего такие, совершенно верно. Ничего такие же, да? Да, ничего. Так, давненько мы с вами не виделись, очень давно. Вот прям очень давно. Что случилось хорошего? Ой, да много чего, много всего. Так, первое. Самое главное, у нас сейчас как раз юбилей дуэта. Да. Вот, мы, собственно говоря, плавно к нему подошли. Сейчас выбираем как раз площадку, где мы его будем отмечать. Сколько лет-то уже, скажите? 5! Прекрасно! Ровно 5 лет. Вот так. Уважаемые, так сказать, арендаторы, кто там, площадки, забирайте с руками. Руками, ногами, голосами, да, и гармониями. Хорошо, так,
понятно, это ближайшая совершенно такая интересная дата. Творческие, какие открытия, свершения, планы, покорившиеся вам, возможно? Между прочим, песня, которую мы сейчас исполнили, она авторская. Давно мы не показывали вам авторские вещи, да. Ага. Поэтому кроме всем известных, да, поем, сочиняем, пишем, играем, иногда и пляшем наши авторские произведения. Кто автор слов? Ну, понятно, кто музыки? Тут все понятно, по-моему. Не, было бы интересно, если бы вы поменяли. Если бы наоборот. Было бы наоборот. А как приходит вот это вдохновение? Это не угадаешь на самом деле. Это как, не знаю, ну, банально, да, в голову. Озарение. И сидит оно, да. Ну, это то же самое, как вот говорят, да, гармония душа России. Так вот как вот говорят, вот сыграй гармонист так, чтобы душа развернулась и свернулась. Да. Вот как это сделать? Вот это секрет, это мастерство музыканта. Ну, наверное, с песнями примерно то же самое. Это просто с песней по жизни. Да. И от души душевно в душу. Вот ведь. Все рецепты выдали, в общем, все записали, я надеюсь. Озарение, чтобы вас посещало достаточно часто, а что пальцы не заплетались, а на ваше пятилетие был солдат. Угу. Спасибо. Спасибо. Договорились. На реке лежат туманы, спят в прохладной синеве. Отрасы ромашки пьяны клонят голову к траве. Эту пьяную ромашку я на поле сорвала, да дала на промашку, про тебя мне наврала. Бабе лето, снова солнышко в окно. Есть любовь, а счастья нету, загуляла на дно. Я бы тоже загуляла, но сегодня все равно. Я бы тоже загуляла, как тогда давным-давно. Так споемте же, девчата, что-нибудь повеселее. От рассвета до заката еще очень много дней. Волосы чуть-чуть седые, так ведь это ж не беда. Мы ж такие молодые, мы же бабы хоть куда. Бабе лето, снова солнышко в окно. Есть любовь, а счастья нету, загулял знать оно. Я бы тоже загуляла, но сегодня все равно. Night.